чистить надо, наверное, то такая грязь там. Средство-то оказывается едкое. Очень хорошее средство. Не знаю, как Азелит, черт, какой производитель. Короче, продается в Магнит Косметик. Прямо оттирает жир со всяких замученных жизнью поверхностей. В этот раз у меня будет живейший лайф прямо. Практически без склеек и без купюр. Особенно все, что я говорю, не по делу буду записывать. Это, вот как говорится, до чего самоизоляция людей доводит. Начинается уже наведение чистоты в самых местах, где годами руки не доходят. Очень интересное свойство. После нанесения средства на поверхность, на жирную, те, которые были, капельки жира, стали очень темного цвета, очень хорошо заметные. Деваться некуда, теперь их по-любому надо вычистить. Они были светло-желтого цвета, ну да, видно, конечно, но в принципе можно было так. Со своей совестью еще договориться. Сейчас же после обработки поверхности все, деваться некуда. Придется так или иначе, в любом случае придется смывать. Вот сперва я схватил это средство без перчаток. Что-то подзабыл, что оно у нас очень едкое. Сейчас пальцы щиплет. Правда, щипать должно на правой руке, а не на левой. Но щиплет почему-то на левой. Такое вот неоднозначное действие. Очень хорошо отмывает жир. Раз пошла такая маза, мазута точнее даже, я бы сказал, то я... Пожалуй. Раз. Помою еще и сам стол. Это просто сегодня на меня небывалое трудолюбие навалилось почему-то. Не знаю, что со мной. Вот. Заодно по пути буду вам рассказывать. Масло очень много расходую, поскольку сейчас частенько готовлю в казане. Здесь очередное блюдо. Это казан-кебаб из курицы. Очень вкусно получилось, как всегда. Надо переложить. Вот. Кухонный гарнитур у меня был сразу с квартирой. Я не знаю, чье производство, какой стиль, что к чему. Очень тонкая столешница. Меня это сразу насторожило, удивило. Показалось очень странным. Я до сей поры, до покупки этой вот квартиры с этим гарнитуром, видел их потолще, миллиметров 50. Здесь очень тонкая столешница. Не скажу, что она очень неудобная или удобная. Нормальная обычная столешница. Но толщина ее, конечно, странная. Выглядит как-то не солидно, не серьезно. Дальше. Я вот смотрю, солнце уже садится, начинает недостаток освещения сказываться. С другой стороны, это же все еще под съем снимаю я. Можно будет посмотреть дальше, как в закатных лучах при небольшом освещении, каково будет вообще качество видео. Что лучше, хуже. По идее, надо избегать прямых солнечных лучей при съемке видео, и тогда будет видео нормальным. Не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что здесь настолько въевшаяся грязь, что не справится моя ерунда, это средство. Механической сеткой, конечно, не самая лучшая идея лозить по столу. Но, с другой стороны, у него такая фактура, что, мне кажется, царапины будут не слишком-то и заметны. Может, будут, может, нет. Здесь, ну, очень накапано маслом растительным. Ну, накапал я сам, естественно, пока готовил различные варианты блюд в казане, тренировался делать плов. Самый вкусный, естественно, плов все-таки в итоге я могу сказать, что я научился готовить.
Плов готовлю по своему рецепту, немножко доработанному, переосмысленному. Вот. В целом мне очень нравится это все. Ей-богу, планировал снимать эксперимент с футболками, а фактически вышло, что я снимаю чистку кухонного рабочего стола. Неожиданный контент у меня возник. Абсолютно оригинальный контент. Результаты очень хорошие. Средство Азелит очень хорошее средство. Могу даже показать, что вот здесь получается обработано азелитом, а вот эта вот частичка, я угол пропустил. Здесь все желтое, азелит еще не, здесь не бывал. Прекрасное средство. Так, немножко у меня штатив решил упасть. Но это все вопрос решимый. Легко разрешимый причем. Так, оп. Все, съемка ведется дальше. Отлично. Снова я азелитом сейчас обработаю. Вот так вот. Все. Мгновенно вот это вот то, что было желтым, становится нормального цвета. О, какая красота! Еще где-то осталось немножко. Так, вот здесь еще осталось. Так, да и тут тоже осталось зачастую. Немножко брызги есть. Хоть пластик почистить. Красота! Аж душа радуется. Так, это сюда. Дальше. Это здесь. Дальше соль. Это так. Чайник и сахар.